Как скачать программу Toolviska? Всем привет! Предлагаю вашему вниманию программу Toolviska. Эта программа исправляет ошибки на компьютере, очищает компьютер от ненужных файлов. В общем, облегчает жизнь компьютеру. Переходим по ссылке. Я оставлю ссылку в описании. И нажимаем в описании под видео. Нажимаем кнопку Download Location. Сохраняем. Закрываем. Закрываем браузер. И запускаем установщик. Путь. Согласен. Точку восстановления я сам создаю. Если желаете, поставьте галочку. Язык русский. И нажимаем установить. Открылся автоматический браузер, мы его закрыли, и открывается автоматически программа Toolviska. Проверка не проводилась никогда. Здесь появляется окошко, защита системы выключена. Здесь мы плавающую панель птицу снимаем. Программа появилась также в трее, значок, и вот значок. По умолчанию нажимаем «Проверка». Ничего не настраиваем, нажимаем «Проверка». Идет проверка ошибки. Вот программа закончила проверку на ошибки. Смотрим кучу ошибок. Нажимаем «Исправить». Ошибки успешно исправлены. Здесь еще куча программ. Защита системы, игровой режим, защита зрения, защита файлов, защита автозагрузки. И тогда графический редактор. Но этими программами я не пользуюсь. Только вот этим. Отлично исправляет. Рекомендую. Очистка системы, она автоматически очищает реестр, диск. Здесь все очищено уже автоматически. Кнопка неактивна. История, все очищено. Но анализ диска это депраглером лучше очищать, чем этой программой, которую я давал в видео раньше. Вот такая программа. Рекомендую. Пишите комментарии, замечания, пожелания. Ставьте нравится, не нравится. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всего доброго. До свидания.